такая вот замечательная вещь показалась сначала не очень интересной, но потом я врубился, в чем же все-таки дело. Но обо всем по порядку. Поставляется это изделие в такой вот зеленой коробке. В комплекте вы обнаружите само устройство, чехол к нему и ремешок для ношения его на шее. И салфетка для обслуживания, куда же без нее. Чехол, который идет в комплекте, ничего сверхособенного из себя не представляет. Плотный чехол из непромокаемой ткани с петлей для ношения его на поясе. Чуть не забыл сказать самое главное, а именно безобразно простое название. Называется он монокуляр навигатор 7 на 18. Корпус его изготовлен из приятного на ощупь софт-тач пластика, который еще к тому же не залапывается и меньше скользит в руках. Характеристики его. Диаметр объектива 18 мм, увеличение 7 крат. Масса составляет 46 грамм, то есть очень легкий. И габариты 65-34 на 34. Помещается в ладошку спокойно. Особенностями этого прибора являются широкий угол поля зрения, яркое и контрастное изображение, ультракомпактный размер, о котором я уже говорил, а также минимальное фокусное расстояние в 30 сантиметров, которое является основной фишкой этого изделия. Зачем это может понадобиться? Ну, можно вспомнить о том, что иногда люди ходят в театры, в музеи, на природу, а там и появляются разного рода идеи относительно того, как же использовать это устройство. Я вас уверяю, это довольно любопытно. Хотя бы представьте мое удивление, когда я подхожу к окну, и вместо того, чтобы видеть увеличение касательно того, что находится за ним, вижу мельчайшие частицы пыли и трещинки на стекле. Был поначалу несколько обескуражен. В общем, вещь довольно любопытная. Если она любопытна и вам, кнопка для покупки в левом верхнем углу. Это был магазин Пнемат24. До новых встреч!